Всем привет! Хотел вам показать небольшой кусторез, который мы себе в питомник приобрели. Марки Black and Decker. Какая-то иностранная, даже не знаю, что это за марка. Для чего нам нужен? У нас есть большой кусторез, я вам уже показывал. Мы им подрезаем маточные растения черенкованного сада, черенки плодовых культур, ну и декоративные подрезаем весной, для того, чтобы растения отращивали новые побеги. Этот кусторез я посмотрел видео у коллег из другого питомника, что они им делали. В сезон зеленого черенкования растений под искусственным туманом мы процедуру это делаем, берем ножнички, либо ножичек маленький, и в руку нарезаем черенки необходимой нам длины, далее их замачиваем в корневины и потом высаживаем в теплицу. Они же делают по-другому, они берут такой кусторез ручной, и как барашка подрезает, допустим, куст спиреи в таз. Этот таз с нарезанными черенками оперативно уносит в помещение для нарезки. И там уже специально обученные люди из этого таза после такой грубой пострижки нарезают как бы уже нужного размера и по кассетам сажают черенки. Посмотрим, возможно, этот способ будет более быстрый, чем мы используем, стоя у куста и нарезая у него прям по месту. Попробуем. Кусторез легкий, компактный, с одним аккумулятором. Ну, средняя ценовой категории. Средняя, это значит в районе 10 тысяч. Все, что 10 дешевле, это эконом. Все, что выше, это уже будет профессионально. Ну, правда, таких маленьких я профессиональных особо не искал. Да и цель не ставил там потратить очень много денег. Две штуки такие купил на две бригады. У него в комплекте... Сейчас я вам покажу зарядник и еще один ножик вот такого плана. Можно им что-то там подстричь. Это вообще такой полупрофессиональный инструмент, больше предназначен для дома, для быта. Подрезать небольшой кустарничек возле дома, у него потому что аккумулятор не очень емкий. Подстричь, там подровнять газончик вдоль бордюра, где косилка не смогла пройти. Ну, на нашей задаче хватит, потому что у него с утра до вечера будет стричь. А ограниченное количество времени. У него скорость не регулируется и защита от случайного пуска. Как бы, ну и, наверное, все про него. Посмотрим. Пахнет вроде хорошо, Китаем не пахнет. Сколько проработает.